Станислав Саламович, расширенный список, много новых ребят. Какое первое впечатление от тех ребят, с кем были, скажем так, менее знакомы? Ну, во-первых, он может быть и расширенный, только на одного футболиста. То, что мы всегда вызывали 24, сейчас будет у нас 25. Поэтому это, как говорится, не расширенный, а такой достаточно узкий. А что касается новеньких, то, им надо дать день-два, три время, потом можно и пообщаться, чтобы и они поняли, и мы оценили. Но так все работает, у всех настроение нормально. Спарринг-партнер, на сайте написано, Чертанова, будет у сборной. Почему этот соперник что-то налаживает, отрабатывает? Нам нужен был соперник, потому что, согласитесь, 26-го последний тур чемпионата и потом 8-го официальный матч. Но это слишком большой перерыв, и понятно, нам такая игра мы могли между собой сыграть, но это все равно как-то как тренировка воспринимается. А так, Чертаново дало добро, оно близко к нам, хорошая команда, и мы с ними сыграем, это будет для нас, для подготовки правильно. Контрольный матч? Да. Почему зрители закрыты? Чтобы зрители были, есть же определенные... Как говорится, законы, которые надо соблюдать, это значит милиция, это охрана, многие нюансы, которые должны учитывать. Естественно, мы не хотим ажиотаж, потому что нам это надо для работы, а не для того, чтобы показать что-то. Спасибо. Еще. Хотя болельщиков мы любим. А когда планируется объявить о том, кто покинет сейчас сборную? Сборную никто не покинет. Нет, тем не менее, сейчас сайты сказали меньше, здесь сейчас 30. Вчера мы объявили, что должно было быть 26, но Игнатьев, мы вчера еще его протестировали, поэтому мы его не стали вызывать, потому что он одним словом, до 8-го может быть здоров, но не готов, потому что сейчас он пока отряться не может, и мы решили его оставить, потому что это правильно. А так не все будут на сборах, 4 вратаря. Мы уже говорили почему, потому что, согласитесь, это немного необычно, потому что уже все закончилось. И если бы мы условно вызвали 3 вратарей, и не дай бог, у кого бы ангина или температура, мы бы вратаря вызывали с Карибских островов откуда-то. Но это, наверное, неправильно. Поэтому мы решили 4 вратаря, все будут здесь, тем более Писяков первый раз. Вчера мы с ним пообщались, оценим его не на дистанции, а воочию. Поэтому я думаю, что это правильно. А для понимания просто, почему в предыдущие разы 3 вратарей всегда хватало, а теперь 4? Объясняю еще раз, если не поняли. Тогда идет чемпионат страны, и все, как говорится, в рабочем режиме, в тонусе. Если что-то не то, мы позвонили, человек прилетает. А если сейчас, не дай бог, что... Кого мы где будем искать по всему миру, тем более не готового. Станислав Саламович, вы сейчас сказали то, что достаточно необычно, все закончилось уже чемпионат. С этой точки зрения, каково психологическое состояние ребят? Каждый понимает, что у них еще не все закончилось. Они, кстати, и сами в интервью говорили, что не все закончилось. И мы изначально говорили, то, что мы вчера и сегодня видим, достаточно живо тренируется, все понимают. Сегодня у нас маленькое мини-собрание будет. Покажем какие-то нюансы по сопернике, чтобы уже изначально понимали, как и где играем, и что нас ждет. А потом конкретно перед каждым играми, как мы это обычно делаем, будем делать теорию, чтобы уже конкретизировать. А так то, что мы видим, естественно, мы же тоже внимательно наблюдаем, независимо от имен, кто как будет готов, так мы его будем оценивать и принимать решения по стартовому составу. Станислав Саламович, как вы думаете, с точки зрения календаря, объективно, что, наверное, спарринговый матч против Сан-Марино Кипра – это самая легкая часть в отборе? Может быть, для вас, потому что вы будете на трибуне, в Панаме сидеть, может быть, с кружкой пива, а нам надо работать и тренироваться. Поэтому мы не можем такими категориями рассуждать, потому что первая игра была Бельгия-Казахстан. Кто-то говорил, что это сложно. Для нас это и не сложно, и не легко. Для нас это, фактически так решено. И нам к тому надо было готовиться правильно. Теперь нам к этому надо будет правильно готовиться. И еще раз говорю, мы не можем делить на трудные, сложные или еще что-то. Насколько в целом оценить состояние футболистов?
пятибалльной? По пятибалльной шкале мы не можем никакой шкале оценить. Вот если вы сегодня видели же, вы наблюдали, мы сделали маленький тестик, как обычно, перед каждым. И тогда циферки будут, и это уже не будет не приблизительно, а точно. Так что настроение я уже оценил, оно хорошее. А качество готовности оценим вот после, как меня расшифруют все. А сложно вообще разбирать таких соперников, как Сан-Марино? По ним же вообще мало информации. Ну, мало информации у вас, а у нас достаточно, потому что, ну, еще раз говорю, мы готовимся к конкретной игре. И даже сегодняшняя тренировка уже была посвящена в какой-то степени по тактическим каким-то вещам. Мы уже потихонечку, ну, как говорится, накладываем в каждой тренировке какие-то элементы, которые нам будут нужны. Еще? Да, можно? Да. На пресс-конференции после того, как объявили расширенный состав, вы сказали, что не общались с Камбиченко. Теперь точно он попал в сборную. Состоялась какая-то коммуникация с ним? Да, я с ним разговаривал. Он приедет 2-го или 1-го ночью, как, или 2-го рано утром. У него игра еще, потому что они на выезде проиграли 3-1. Я додумал, что он будет вовремя, а на самом деле дома они выиграли 3-0, поэтому он задержался. Поэтому, тем более, еще и гол забил. Но я с ним системно общался, он знает, для чего приедет, он знает свою ситуацию, которая сегодня у него есть, и как мы это обычно делаем. Если есть игроки, которых мы хотим посмотреть, мы их воочию смотрим. И он знает, что он начинает 26-м. А каким он станет во время сбора, это уже зависит от него. Дзюба может ему рассказать, что из этого выйдет. На чемпионате мира в таком же будет состоянии. Ну, возможно, и так. Технический вопрос Дзюба. Дзюба капитан уже будет. У нас никаких изменений в этом плане нет. И еще вот вопрос. Вы уже сказали про силу соперников, что не разделяете. Но все-таки может ли в этих матчах быть больше доверия тем, кто приехал сюда в сборную? Или вы только посмотреть их пригласили, те, кто первый раз? Ну, я вот практически ответил. Каждый приезжает на сбор в одном статусе, а все остальное для него становится по-другому. Потому что то, что мы видим... Вот сколько, мы уже 2.5 года, еще ни разу не было, чтобы кто-то себя проявлял, а мы это не замечали. Приехал в одном статусе, как это часто бывает, потом становится основным игроком. Или наоборот, не становится, или вообще его потом не бывает. Так что в этом плане ничего у нас не изменилось. Еще пару вопросов, если есть. Нет больше? По Дзюбе вопрос, ну, насчет слухов, новостей о том, что может в Англию перейти. Для вас, как тренера сборной, насколько было бы... хорошо, если бы он продолжил карьеру в Англии. Ну, для меня как сборной, мне никогда не хорошо, не плохо. Главное, чтобы футболист, который принимает то или иное решение, для него было правильным, и он продолжал совершенствоваться. Потому что мы не можем ни запретить, ни посоветовать. Мы уважаем решение каждого из них, они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Потому что, согласитесь же, несколько раз было, игрок сборной переходит в другой клуб, и потом... не играет у нас в команде, потому что себя там не может проявить. Кстати, это касается у нас, как мне на пресс-конференции задали вопрос, есть несколько футболистов, которые, у которых контракты заканчиваются. Это Нойштеттер, Беляев, Кудряшов, кто у нас еще? Ну, есть еще, которые мы разговариваем, и одно и то же говорю, принимайте свои решения, мы вас будем оценивать потом в своих клубах. Поэтому хотелось бы, чтобы они были... в хороших клубах, в хороших лигах и достаточно себя качественно проявляли. А если совет попросит у вас? Смотря за сколько. Заключительный, да? Саранский в Нижнем сборной еще не играла. Расскажите, может быть, какие у вас ожидания от этих городов? Что-то особенное можно сделать? Ну, мы, естественно, я сам в Нижнем Новгороде был, когда молодежка играла, видел стадион, видел город. В этом плане и наш администратор, и менеджер Савин, и Куличенко летали и туда, гостиницы, логистика, стадионы, поля, все мы проверили, все в лучшем виде. Поэтому я думаю, что мы приняли то решение, которое нас устраивает, и думаю, что и зритель будет, и интерес будет. Ну и, как говорится, мы из тех, кто обещает и женится, обещали на всех стадионах чемпионата мира провести матчи. Ну, понятно, чтобы это не...
негативно влияло на нас, потому что есть логистика какая-то, еще что-то. Если все будет сопутствовать, мы на всех стадионах сыграем. Осталось два стадиона, Волгоград и Екатеринбург.